Всем привет! Я рада, что вы зашли на канал Tessa Art. Сегодня я покажу вам точечную роспись телефона. Список всех материалов будет в описании под видео. А сейчас я расскажу вам об основных этапах. Заднюю панель телефона для начала стоит обработать спиртом или жидкостью для снятия лака. Затем нанести рисунок с помощью белого карандаша. Вы можете придумать рисунок сами, либо взять какой-то шаблон из интернета. Для росписи я буду использовать контуры из набора «Сокровища Египта», а точнее бронзовый, синий и голубой цвета. Также может понадобиться иголочка, салфетка и ватные палочки. Вначале голубым контуром мы обводим все самые главные элементы. Не забывайте время от времени протирать кончик контура салфеткой. А также, если где-то вы допустили ошибку, то пока контур не высох, можно убрать лишнее влажной ватной палочкой. Старайтесь делать точки одинакового размера и на одинаковом расстоянии. После того, как вы закончили наносить голубым цветом основной контур, можно перейти к бронзовому. Им мы дорисовываем те элементы, которые не сделали голубым цветом, а также местами повторяем контур голубого. Осталось добавить акценты синим цветом, и наша работа почти закончена. Вы можете использовать любые сочетания цветов. Здесь главное не переборщить, чтобы не потерялся наш узор.
По желанию можно добавить какие-то элементы серебристым контуром, но здесь главное вовремя остановиться. После высыхания можно аккуратно стереть карандашные линии влажной салфеткой, а также покрыть работу лаком, чтобы она дольше держалась. Вот такой несложный и очень красивый узор у нас получился. Вы можете сделать какой-то другой, взять другие цвета. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. А также не забывайте выкладывать фото своих работ в группу ВКонтакте. Не пропустите новые видео. Пока-пока!